на английском языке. Хотя, по идее, от лица Бриана надо писать на французском, потому что он норман. Приятно. My own true love, blessed be the hour we met, the fairest one who ever walked on earth. My joy and pain I never will forget. No other mate could make me break my oath. I swore to love thee till the end of time. My small affairs you shouldn't call a crime. I crave the fire in your lustrous eyes, and when I see your face, my spirit flies. I must confess, I've loved before, I'm not a liar, but only you could set my soul on fire. No one inspires the thoughts that you inspire. Deep is my love, and keen is my desire. Desire to possess your heart and soul, and be your man, perfect for this role. Следующее стихотворение тоже как бы от его лица, но мне придется сделать небольшое предисловие. Дело в том, что у меня есть фанфик под названием «Застывшее время». Это прозаическое произведение, оно на русском языке. И в этом фанфике Ребекка и Бриан немного напоминают богемных личностей из Серебряного века. Он не только воин, но еще и поэт. Она становится его музой. Они вместе сбегают из Темплстоу, а потом уезжают из Англии в Испанию. И как раз в этот момент, когда они покидают Англию, у Бриана сочиняется новое стихотворение. Как там сказано, «Нечто о темном ангеле, похитившем душу». Но тогда этого стихотворения еще не было, была только сама идея. И прошло какое-то время, и оно сочинилось. И вот оно звучит таким вот образом. Тоже на английском языке. И, кстати, оно абсолютно новое, я его еще нигде не читала. She's busy gathering the herbs and the flowers. She isn't aware of all of her powers. All focused on healing, refusing to see, she casts an enchantment that's working on me. Yet in my dreams, no longer rebuking me, she comes all naked, like a fearless goddess. Her beauty is blinding, but I cannot help looking. Her skin touches mine, dissolving the borders. My only delight and my only desire, she is the one who kindled the fire, arousing the passion I cannot control. She is the dark angel who stolen my soul, destroying all the nonsense I've ever believed. The sound of her laughter is the most precious gift. Predestined lovers on the road with no end. Me and my wife is holding my hand. Но это не сонет, это уже не сонет. В данном случае в конце стихотворения говорится о том, что она его жена, но чтобы им пожениться, кому-то из них придется поменять религию, потому что он является христианином, а она иудейкой. Но в моем произведении под названием «Застывшее время» Бриан принимает решение принять иудаизм. Вот такое вот решение этой проблемы.